Встреча с сотрудниками ДПС для учеников 29-й школы Ярославля – это необычный формат учебного дня. Вместо традиционных уроков они получили возможность на практике познакомиться с особенностями правил дорожного движения. В рамках кампании «Сложности перехода» представители ГИБДД рассказывают школьникам, как правильно себя вести на одном из самых непростых участков дороги. Именно таким пешеходный переход и является. Цель кампании – снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, разъяснение и доведение до широкого круга участников дорожного движения значимости вопроса правильного взаимодействия пешеходов и водителей. Восьмиклассники вряд ли заметили отличия от обычного урока. Вопросы те же, только за неправильную версию плохой оценки не поставят. Скажите, пожалуйста, а кроме роли пешехода, пассажира, какую еще роль вы можете играть? Некоторые из вас уже могут. Водителя очень хорошо. В то же время в актовом зале мероприятие для школьников помладше. Здесь занятие проходит в формате интерактивного спектакля. По легенде, маленькая девочка Света наделала кучу ошибок. Из-за них по дорогам стали ездить корабли и ходить зебры. Ошибки исправляли сами дети. Как быстро справились наши с вами ребята, да? Все участники мероприятия получили памятные призы от автоинспекции. Сегодняшний урок они должны запомнить. Полученные знания могут пригодиться уже по дороге домой. Дмитрий Жданюк, Денис Ромашов. Оперативное вещание.